Она и залетела, и застряла в раме. Вошла. Потом как-то несколько раз я его встречал на Арбате, мы что-то так... Богемного плана. Там за ним эти бабы бегали, там страдали, как бы его почитательницы. Ну, там какие-то фильмы были, все, он там и музыку писал, и «Тайна мадам Вонг», потом у него еще была, еще такая уже, такого же пиратского плана фильм был этот, где Михайлов играл. У него дома два рояля стояло, стоял такой старый армянский столик, такой легкий какой-то, вот и привезен оттуда, на котором он тоже там что-то писал, сидел, вот, такая мебель, вроде как бы. Старинные. Ну, квартира была шикарная, что-то в самом центре.